Сербии 3 человека замерзли насмерть. В других странах региона нарушено движение транспорта, есть перебои в электроснабжении и закрывают школы. Балканские страны накрыли сильные холода, в Сербии 3 человека замерзли насмерть. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Associated Press. Так, сербское государственное телевидение сообщило о смерти 48-летнего и 61-летнего мужчин на севере и северо-западе страны в результате обморожения. Третьей жертвой холодов стал бездомный, тело которого было найдено в заброшенном доме на юго-западе Сербии. Также сообщается, что в центральной Сербии несколько сел остались без электричества. В то же время в Боснии на 2 дня закрыли школы в центральных муниципалитетах Каница и Яблоница. Ранее сообщалось о снежном шторме в США, его жертвами стали 8 человек. Мощная снежная буря обрушилась на США, есть погибшие. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.